24 числа, рано утром, 5 утра, уже сказали, все, едьте, ебать, типа, едьте на войну. Я такой, нет, 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 я сразу же в отказ пошел. Командирам говорю, что я не поеду. И они начали меня, ты че, охуел, ты че, там, хочешь сесть в тюрьму, там, угрозы пошли. Они были все с оружием вокруг меня стояли, что бы я сделал? Липовки, я чем занимался, так как человек, который, грубо говоря, старался косить от войны, там сымитировал отравление, что мне трясет, заставляли меня всякую низкую работу делать, как обслуживающий персонал, типа, из меня сделали. Большинство других пацанов были в Андреевке. Скажите, пожалуйста, вы были в Андреевке? В Андреевке был только когда вот мне командир забирал там якобы прикрытие ему. Стоим, и вижу, пацаны бегут, убегают. А потом я впоследствии узнал, что эти ребята были те, кто изнасиловали мать с дочкой. Четверо было. Будучи пьяными, все это делали. Взяли, просто уволили с армии, все. Их не осудили. 64-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России прибыла в Бучу в середине марта. Это данные Генштаба украинского. Вы, как вы мне сами сказали, были в Украине до июня. Поэтому как вы могли отсидеться в Липовке, если ваша бригада была в Буче? Я не знаю, я знаю только про себя, что я сидел в Липовке. Я про Бучу узнал только когда. Когда мы 29 марта отступали, когда мы обратно уезжали в Беларусь, и тогда мне опять появился доступ к интернету, я другие начал спрашивать солдат, типа, вы что, ебаные, типа, вы что, в натуре это делали? Кто-то говорил, что это десантники все псковские сделали, так как они до начала спецоперации к нам приходили, у нас нашивки просили. В Ливенке поехали. И в поезде я когда находился, пытался находить возможности уехать. А потом мой телефон взяли командиры. Моральное насилие от них опять же получил. Типа, фу, блядь, ты предатель, там, ты, блядь, никто, домой сейчас и кокнем. Я уже, кстати, дал тут показания в испанскую полицию, которая работает над военными преступлениями, также по геноциду. Надеюсь, что Россия будет платить репарации, восстанавливать Украину. Я чувствую позор, когда я вижу российский паспорт.